в составе Лока полно ребят. Я назвал, кто выиграл кубок, плюс кто играл в прошлом сезоне. Так вот, кстати, шансик. Ой, классно! Надо забивать! И это делают ярославцы 3-2! И кто? Ярослав Лихачев, дубль! Ну что, опять говорим привет интриге. Да. Но она и не пропадала. Но первый же момент свой забивают ярославцы. Это первый шанс. Ну и, конечно, Даниил Тисанов. Это прям вот тут видно, что опытный взрослый парень. И ну фантастика, вот как у Лихачева это получается. Во-первых, он уже сбивает просто постоянно, да, у него 12-й гол.